Смотрите в пятницу 4 октября в 18:15 на телеканале «Самаргиз» программу о животных «Хочу домой». Вы увидите видеовизитки. Двум кошкам и одной собаке ищем хороших владельцев. Возьми собаку из приюта, и кошкам тоже нужен дом. Как выбирать домой кошку? Изучаем ее характер. И каких кошек заводить дома нельзя? Советы фелинолога. И гость в студии Татьяна Савицкая, руководитель приюта для бездомных животных зооспасения. Обсуждаем постановление и закон Самарской губернской думы о содержании животных и каким собакам применима статья об эвтаназии. Обо всем этом смотрите в программе о животных «Хочу домой» на телеканале «Самаргиз» в пятницу 4 октября в 18:15.